Ёшки-матрёшки, сколько же вы там лайков наставили, это просто офигеть. Ну вы, ребята, молодцы, вы прям реально доказали то, что вы хотите еще одну новую серию пластилиновых майнкрафтеров. Но это еще не все, это еще не все. Может, когда наступил 2018 год, вы уже передумали смотреть пластилиновых майнкрафтеров? Ежели нет, то я вас хочу опять попросить, вот напишите в комментариях, хотите ли вы еще одну новую серию пластилиновых майнкрафтеров. Но! Также нужно набрать столько же лайков, сколько под прошлой серией. Поэтому пиши в комментариях, хочешь ли ты видеть новую серию пластилиновых майнкрафтеров. Ну ты лайк поставил? Поставил уже лайк! Поставил лайк! Вот если поставил лайк, только тогда у тебя появится право написать что-то в комментариях. Поэтому ставь лайк, и только потом упрекай Эдисона, мол, Эдисон, где новая серия пластилиновых майнкрафтеров? А ты лайк сначала поставь, вот поставишь лайк, тогда и будет новая серия. Вот прям обещаю, вот... Запилю еще один новый ролик пластилиновых майнкрафтеров, если ты лайк поставишь. Поэтому ставь лайк. А мы будем с вами приступать. Погнали. Отдай! Подожди, ты мне сейчас шею свернешь, дебил! Помогите, помогите, я нашел. Сейчас помогу, сейчас все будет. А вы уверены, что нам лодка не нужна? Вы уверены в этом? Не знаем, не знаем! А да, не путю! А пути! Не путю! Я сомневаюсь, что это правильное решение. Да по-нормально правильное решение. Да по-нормально. Подожди. Мы по-твоему тупые или шо? Ну, я, конечно, вас не хочу обижать. Не хочу вас обижать. Ну да. Вытащи меня, Эдисон! Да я не могу, все, поздно уже! Я задрал, ты предатель! Поздно, поздно, Ерь! Пацаны, я просрал весло. Че страшно? Да я не могу так играть! Мелокаев! Пацаны, садитесь в лодочку, я плыву. Сейчас все будет, подожди. Эдисон, забей на него, садись в мою лодочку прекрасно. Да, прекрасно. Давай, Эдисон, садись. Только, пожалуйста, не переверни ее, переверни. Ну я постараюсь ее не перевернуть специально, так, хорошо. Пацаны, вы что-то плывете, да? Давайте кто быстрее. Давай, давай. Эдисон, бери ее руками, чтобы ее подталкивать. Она реально так работает. Она реально так работает. Так, сюда, в эту сторону, в эту. Да. Так, пацаны, я прошел. Твою мать! Я тоже упал! Ну ты, Ярь, дебил, конечно! А чё, я под водой просто иду, мне нормально. А, ну ты сейчас... Я просто прошел под водой. Я тоже, ребят, просто прошел. И как ты там выберешься? Вы дебил. Тут как раз по скалам можно, вот я сейчас забираюсь. Игорь просто лаганный сервер, видимо, нас так залагало, что мы прошли. Нет, я еще в прошлой серии мог ходить, когда глубже, там тонешь, а когда не глубоко, все нормально. Да, видимо, просто мы дошли до того места, там где уже не так. Нет, все, блин, заново. Да что за хрень? Что за фигня? Как туда добежать быстро? Я умираю. А, все, я добежал. Легкий. Проблема только в том, что я не знаю, куда дальше идти. Подождите меня. Нет, твою мать! Пацаны, я упал. Подождите. Я бегу, подождите. Я вас жду. Да, мы ждем, Игорь, мы ждем. Да так, блин, я не успеваю добежать. Да, хорошо, а куда мне дальше? Я бы орнул сейчас, вот прям, вот эти, я не знаю, сюда нужно вообще добираться? Мне кажется, нет. Не знаю. Ну ты, конечно, можешь мне забраться, я только за, да, но мне кажется, что нужно вон туда. Мне кажется, туда не нужно. Да я заколебал, все, хватит скатываться! Подожди, давай подождем Игоря, а то он где-то там застрял. Я под водой! Игорь, ты где? Игорь! Да блин, я не могу! Где Игорь? Игорь, мы тебя мотивируем! Мне что, заново забраться? Подожди, не иди пока туда, давай. Так я сейвинг хочу специально, чтобы он добрался сюда. Игорь, я умер, как? В смысле? Я ходил под водой, я умер. Ну чё ты, конечно, даешь. А что нам делать, Игорь, подсказки, мы тупые. Не работает под водой, подсказки, нам нужно, как я делал, понимаете, калачиком, пойдём. Калачиком, каким калачиком? Да, видимо, нужно реально... Ну, блин, хватит трогать затылок, дебил! Игорь просто псих такой, сам с собой разговаривает со своей рукой. Да твою мать, пацаны, что делать? Нет. Хорошо, сейчас все вытащу, сейчас все будет, пацаны. Смотри, чекайте. Сейчас паркур, давай, паркур будет, сейчас паркур. Что за хрень? Чем мы с Игорем занимаемся? Я умер, как? Почему я наступил на туда же, куда ты? Я умер. Так. Может, все-таки на лодочку? Не хочешь на лодочку? Я сюда притарабаниваю. Не знаю. Пацаны, мне кажется, то, что 100% нужно наверх забираться, поэтому у нас... А вот на ту скалу, где я был? Нет, хреновый план, на корабль вот этот.
То есть изначально нужно не под водой, да, вот туда, Игорь, на корабль забираться. А чё, ну и чё дальше ты сделаешь? А там можно перепрыгнуть. На скалу? Куда же скалу? Дальше можно перепрыгнуть. Дебил, дай посмеюсь. Не тут. Вот, Игорь, короче, иди на скалу. А что поделать, если я дебил? Ребят, ну что поделать? Подождите, пацаны, я борюсь. Ну ты борись, конечно. Тихо, борись. Ребята, пожалуйста, отойдите до сейвинга, я не могу это пройти, я не могу. Я чувствую, нужно брать все в свои руки. Я не знаю, нашел по-другому. Сейвинг! Сейвинг! Ебой, подождите, дайте я умру. Я говорю, нужно брать все в свои руки. Понимаете? А вот не скажу. Вот не скажу. Я тоже здесь, Эдисон. Где сейвинг? Я допрыгнул. А не. А вот, потому что я сказал, что я паркурмастер. Ты дебил, это же темная под водой. Что это за хрень? Объясни, что это. Ну, нужно придвинуть вот эту тарантайку сюда. Цепляешься? В воду! Эдисон, помоги мне, я не справлюсь. Подождите. Давай возьму за... А, стой! Давай возьму за конь. Подожди, оставь! Отставьте тебя! Тихо! Эдисон, я тебя вытащу! Игорь, помоги! Тащите меня! Тащите вверх! Игорь, помоги! Да нафиг тебя, иди отсюда! Да я серьезно говорю, помогите мне, палку. Да, текстура. Охренеть, просто охренеть. Да, все, зашибись. Посмотри. Опа! Новая так, палка, не трогайте. Тащите эту тарантайку сюда. Как я ее поставлю? Я положи ее на пол. На. Не держи! Не, на самом деле, Эдисон, он брат. Давай мы реально его положим и просто будем ее перенять. Просто немного ее протащите, а я буду просто... Да не трогай меня! Ты меня заколебал уже, Игорь, заколебал! Иди сюда! Тащи меня! Эдисон, подопри сзади, пожалуйста. Да что я делаю, у меня лагает. Поверни, не в ту сторону. Куда ты ее повернул? Аргумент, я заболел, я не могу, пацаны. Эдисон, ёканый бабай. Да что я делаю-то? Ты куда-то в срань ее толкаешь! Тихо, вот все, успокойтесь. Все, давай. Молодец! Так, отлично. Перепрыгивай. Ага, ну чё дальше? А за нами? А чё дальше? Подождите, а что дальше? Камушки. Камушки, Игорь. А ты можешь к нам её притарабанить? Ты же сядь в неё и притарабани. Чёрт, пошло не по плану. У меня лишний груз. Давай, Игорь, давай. Я не могу так быстро сосредоточиться. Не прыгайте. Опа! Эдисон, давай! Опа! Да ёпперэсэ ты! Она тонет! Твою мать! А, так и... Подожди. Ну вы и тупые. Иди сюда. Ты хочешь типа под низом проплыть? Да. Но сначала дайте мне забраться туда. Не кидай камни, нет! Я тарабаню, Эдисон. Тихо. Ложись. Игорь, прыгай, сейчас мы переплывем, прыгай. Игорь, прыгай. Выкиньте камень, нахрен. Все, потонем, выкиньте камень. Камень выкиньте. Выкиньте камень. Кидай его. Так, давайте дальше тарабаним. Вперед! Давайте, что мы здесь не пролезем. Приключения пролезем! Все да будет. Ты встань нормально, ты не туда стал. Там обрыв, дебилы. Да пофиг! Подпрыгивайте, мы не ищем. Давай. Давайте, во, туда нужно. Да, все верно. Да, все нормально. Справились. Ебай! Так, пацаны, а что дальше? Просто изи, мы профессионалы этого делаем. Что дальше, пацаны? Подождите, надо, чтобы все залезли. Да я не могу так прыгать, когда у меня... с этими лагами это будет очень... Чё за хрень? Игорь, обратно её подвинь. Подождите меня! Давай! Да подождите меня! А ты где? Давай, Эдисон, давай. Сейчас. Давай, за меня цепляйся, за меня.
Жека, раскачивай. Вот, все. Раскачивай. Вот, пацаны, давай. Давай, 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 толкай ее куда-то. Ты меня в воду тащишь. Давайте раскачаю вас, давайте, подожди. Да нормально, нормально, поехали. Да садись сам и поехали. Оп! Мне кажется, мы тебя не так качаем. Давай! Я повыше подниму, чтобы было прыгать дальше. И зачем? Аааа! Твою мать! Игорь, мне страшно тут! Отпусти меня на землю! Игорь, вытащи меня! Игорь, вытащи меня, пожалуйста! Подожди, Жека, подожди! Вытащи меня, Игорь! Ты меня держишь? Тащи меня! Тащи меня! Я не держусь, я уже не держусь! Ты отпусти, держишься! Да! Вот! Аааа! Подожди! Опа! Зашибись. Так, пацаны, теперь мы молодцы. Нам там Жека. Жека, подожди немного. У меня все хорошо, пацаны, если вы вам интересно. Подожди, 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 подожди. Да подожди, не гоняй! Тебе! Я говорю, подожди! Опусти меня, он за мою ногу зацепится. Игорь, ты как... А что ты побежал вообще, дебил? Ты какашка. Эдисон, а куда меня отвезли? Я не понимаю. Подожди, подожди. Что происходит? Игорь, Игорь, лови меня! Игорь, 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 Игорь! Лови, Жеку, прыгай! Игорь, тащи меня! Игорь! Да вы заколебали меня туда-сюда! Отпускай, отпускай! Нет, да я не держусь! Давай, давай! Ты наоборот вверх руки поднимай, Эдисон, и сам подтягивайся. Аааа! Смотри, какой план! Жека, Жека, держись! Подожди, подожди, Игорь! Да, я все хорошо! Да дебил! Я тебя убью нахрен, честно тебе скажу, Игорь! Отпусти меня! Эдис под спидами, его колбасит! Игорь, Игорь, мне тут не очень комфортно, у меня башка застряла! Сейчас помогу, Эдису! Что происходит, пацан? Нам нужно наверх, Жека, держись, Игорь, отвези нас на самый верх, отвези нас на самый верх, пожалуйста. Давай, хорошо, давай. Вези нас, Игорь, вези, там будет сейфпоинт, мы тебе гарантируем, мы тебя не бросим там одного. Пока, Игорь. Вези нас. Что я вами могу управлять. Вот именно, чё ты тут? Да нет, давай. Нет, Игорь, Игорь, наверх, 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 наверх. А ты веришь, что мы там так сможем залезть, типа я снизу немножко? Ладно. Я очень... Блин! Ну ты, по идее, можешь залезть здесь, да. Опа! Пацаны, это была демо. Да я не ебал, вот эти лаки твои, Игорь! Игорь, поднимай дальше, поднимай, 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 я почти залез. О, Эдисон падает. Что, сейвинг, сейвинг! Сейвинг, 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 сейвинг! Я не могу больше жить! Капут! 30 раз залагал, туда перекинула, сюда перекинула. Матрас. Какой матрас? Это матрас. Подождите. Это вулкан. А вы где? Вы это пешнулись ко мне или нет? Да, вот матрас. Вот матрас. Подождите, я к вам. Ура! Попал, Игорь, подожди меня! Алло, подожди меня тоже, подождите! Попал, ура! Опа, ёпа! Дебил! Дебил! Что, на море никогда не было, или шо? Как всегда все портишь. А что там вообще? А там снизу ни хрена нет. Помогите мне! Да оставь этот матрас уже! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Так, подожди, а что тут делать? Эта цепь не хочет отцепляться. А теперь нужно матрас, да? Или нет? Я еще неправильно. Надо вот эту хренотень поднять, подожди. А, вот эту палку нужно вытащить. Надо воду пустить. Воду, понимаешь? Надо воду пустить. Только как это сделать? Так, подождите, а может что-то здесь есть? Игорь, как? Игорь! Тащи, Жека, тащи! Давай, ты тащи меня! Кто рычаг делает? Рычаг этот, ну обратно лифт пускает, который ты запускал. Пати хард, пацаны! Ты просто видишь, что тут цепь так идеально она входит в эту штуку. Да не, мне кажется, 100%. Нет? Пацаны, давайте со мной пати хард. Пэм, 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 пэм. У меня есть предложение просто по этой канаве пройти, но мне кажется, в этом смысла никакого. Ну, воду, да, нужно воду спустить. Видишь, там вот это колесо нужно, чтобы оно началось крутиться, как раз-таки от воды. А может мы цепь зацепим за лифт вот этот? И потом мы как-то всю эту конструкцию сломаем? Смотри, Эдисон, может реально зацепим цепь за вот этот лифт, когда он... Стой, рычаг, рычаг, рычаг! Рычаг, рычаг. Ну ща попробуем, я не знаю. У меня полностью сервер залагал. Понимаете, у меня лаги по 10 секунд. Да! Тут есть место, куда это надо зацепить! Не знаю, я вроде зацепил, но у меня тоже... Ай! Игорь!
Куда ты пошел? Да только хуже стало. Иди сюда. Чем дальше, ты, тем больше лагает. Я зацепил, дал. Смотрите, ребята, все, запускаем. Давай. Я зацепил. Все, поехали. РСТ. Так, что сейчас будет? Мне кажется, сейчас эта конструкция сломается. Да! Ура! Давай, 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 давай! Поехали, поехали! На матрас, мне кажется, нужно, нет? Не, пофиг! Пофиг на матрас! Подожди, где вы, где вы, где вы? Посмотри, где вы? Мы падаем по водопаду! Прищемило, вытащите меня! У меня реально прищемило. До свидания. Я поехал. Ща, мы к тебе идем, подожди. Сейчас все будет, подожди, не очкуй, Игорь. А где ты? Где ты именно? Я в доска. Ща, мы к тебе едем. Смешно вообще-то, не смешно. Смешно. А! Тихо, тихо, тихо. Пацаны, вылез, вылез. Течение мне помогает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подождите, а куда нам надо? Пацаны, как... Нам туда наверх нужно. Джек, как нам туда забраться? Куда наверх? На самый верх нам нужно. В смысле, нет, если там сверху рычаг, Джека. А сверху рычаг, в смысле, где? В колесе? Нет, на самом верху нужно с колеса будет перепрыгнуть на другую сторону. А-а-а, вот оно что. А на какую? Где мы, откуда мы все влево по водопаду? Ну ты поднимись на самый верх, и ты сам все увидишь. Блин, а чё оно? Игорь, отпустись! Игорь, отпустись! А что делать? А как? А почему оно? А, да, потому что слишком большой перевес. Да, я вижу, все, я понял, как сделать, короче. Да блин, наоборот, не отпускайся! Эдисон, наоборот, так лучше. Ну тогда я хотя бы поднимусь на самый верх. А, я уже там, я уже сейчас нажму рычаг. Зашибись, пацаны, зашибись нахрен, я прошел уровень, у меня вылетела игра, и у меня обрезалось видео на 2 минуты, и я вообще не могу показать, как мы сейчас прошли этот уровень. Эдисон, ты не переживай, тут все будет хорошо, у нас есть... Главное то, что мы его прошли, главное, что... Да, держи тебе змею! Я его прошел! Теперь никто не докажет, что это ты его прошел! Это я его прошел, у меня все вылетело, понимаешь? Игорь, это же мы прошли, правильно? Да. Змея, пацаны, змея! Жека горяча, куда там прыгну? Прыгну вообще не туда. Куда ты прыгнул, Жека? Я в водопад. Сейчас, я иди там ботаю. Не надо меня обматывать. Эй, я тебя спасу. Души его. Иди сюда, паскуда. Да, тащи его вниз. Я, конечно, понимаю, мне кажется, провода немножко не для того, чтобы друзей душить использовать. Да, мне кажется, нормально. Короче, я уже не могу проходить это, поэтому предлагаю закончить эту лабуду прямо сейчас. Пожалуйста. Я согласен. Давай. Ну, для начала нужно всем поставить лайки. Всем, кто сейчас смотрит, на 3 видоса нужно поставить лайки. Да, обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и если вы это сделаете, будет хорошо. Да валите оттуда, мне нахрен. Спасибо, всем пока. Всем пока. Пока, ребята.